Томской области мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующий закон на очередном собрании 24 ноября приняли депутаты Законодательной думы региона, сообщает пресс-служба областного парламента. В категорию льготников вошли жители из числа мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту, а также иных лиц, несущих службу в зоне специальной военной операции. Льгота будет действовать в течение 3 лет, начиная с 1 января текущего года. Преференция распространяется на один автомобиль по выбору налогоплательщика без ограничения мощности двигателя. Если у владельца не будет возможности самостоятельно сделать выбор, налоговая служба применит льготу в отношении автомобиля с наибольшей суммой налога. По предварительным оценкам, реализация законопроекта приведет к снижению поступлений по транспортному налогу в пределах 10 миллионов рублей ежегодно. Эти выпадающие доходы могут быть компенсированы взысканием недоимки и дополнительными поступлениями от других источников. Добавим, что транспортный налог является одним из источников доходов, формирующих средства регионального дорожного фонда.